אין לנו הרבה זמן. השפה הייתה ארוכה מהרגיל. Не осталось много слишком времени. אבל אני יודע שגם בדבר אדוני יש המון מסרים קצרים שהיו מאוד חזקים. Но я знаю, что в Слове Божьем было также немало и сильных, но коротких проповедей, посланий. Поэтому давайте сейчас просто приготовим свои сердца для того, чтобы слышать и слушать Слово Божье. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за многие милости Твои. Спасибо за то, что в прошлом Ты говорил к нам через Своих пророков. А сегодня Ты говоришь к нам через Сына Своего Иешуа. Я молю Господь о том, чтобы наше сердце было готово принять то, что у Тебя есть для нас. Мы Тебе, Иешуа, воздаем всю славу и всю честь. Амин. Амин. אחד הדברים היפים בישראל זה שאני יכול להביא שני מסרים בשנה שקשורים להתחלה חדשה. Одна из прекрасных вещей в Израиле это то, что как минимум два раза в году я могу поделиться словом о новом начале, о новом годе. יש לנו את ראש השנה. У нас есть Рош ха-Шана. Иуды в сентябре בדרך כלל. Обычно в районе сентября по еврейскому календарю. והשנה האזרחית. И также обычный гражданский Новый год. וכשהייתי בתפילה לפני אלוהים, גם בשבילי באופן אישי, אבל גם בשבילנו כקהילה, и когда я молился о Божьей воле в отношении своей жизни и нашей общей жизни как общины, ומה שעלה בתוך הרוח שלי, אני הרגשתי שאלוהים מאתגר אותנו בשנה הזאת להיות רעבים, ליותר מנוכחות אלוהים. Я чувствовал, что в духе Господь призывает нас проявлять больше жажды, быть теми, кто жаждет Господа больше. אז הייתי אומר שהמסר היום הזה זה עבור אלו שמרגישים בפנים שהם רוצים עוד מאלוהים. Я верю, что сегодняшнее послание, оно предназначено для тех, кто жаждет Бога больше в своей жизни. אלו שיש בתוכם רצון לראות את הפועל של אלוהים יותר חזק ממה שחווינו בשנה האחרונה. Для тех, кто хочет видеть действия Божьи в своей жизни намного больше всего того, что мы видели в прошлом году и доселе. זה מסר עבור אלו שלא מסתפקים במה שהגיעו אליו עד הנקודה הזאת בחיים שלהם. Это послание для тех, кто не удовлетворен всем тем, к чему они пришли и хотят большего в своей жизни. אני לא יודע מה איתכם, אבל תמיד שאני נכנס לתקופה הזאת, כמו ראש השנה, я не знаю, как вы, но я всегда, когда подхожу к периоду начала Нового года, אני חושב על הדברים שעשיתי בשנה שלפני כן, я размышляю о том, что произошло в прошлом году, אני רואה איפה טעיתי, я вижу свои ошибки, איפה כשלתי, то, где я приткнулся, איפה הייתי בסדר, כן? И те вещи, те вопросы, которые я был нормальным. לא תמיד צריך להסתכל רק על הכישלונות, כן? То есть не нужно смотреть, естественно, только на ошибки. אבל ללמוד מהטעויות, מהשגיאות, ולנסות לעשות את זה יותר טוב בשנה החדשה. Но смотря и видя свои ошибки, мы всегда можем научиться тому, как в новый период, в новом году поступать и вести себя лучше. כמה מכם יש לכם Waze בטלפון? У скольких из вас в телефоне установлена эта программа, аппликация Waze, навигатор? ואתם יודעים שלפעמים שאנחנו נוסעים ומנסים להגיע ליעד מסוים, и вы знаете, возможно, наверняка, что когда вы пытаетесь приехать к какому-то месту, אנחנו איפשהו מפספסים באיזה נקודה מסוימת, мы в определенный момент можем пропустить поворот, והמשפט הזה תמיד עולה בתוך ה-Waze, מחשב מסלול מחדש. И сразу звучит сообщение этой программы, которая говорит, я пересчитываю, просчитываю новый путь. והוא מנסה להחזיר אותנו חזרה למסלול הנכון. И навигатор всегда пытается вернуть нас к правильному пути. ואני יודע על עצמי שלפעמים בשנה אני יכול להיות מעורב בהמון דברים, בעשייה של המון דברים. Я знаю, что в течение года я могу заниматься многими вещами. ולפעמים הדברים הם כן יכולים להיות דברים טובים ודברים מעניינים ודברים שהם מושכים. И то, что я делаю, это может быть хорошим, правильным, притягательным. אבל לא תמיד הם אלו הדברים שאלוהים קורא לך לעשות.
Но не всегда, к сожалению, это может быть тем, к чему Бог призывает тебя. ולפעמים כן אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש. И временами нам таки да нужно пересчитать, просчитать новый путь, новую дорогу. ולתת את מלוא תשומת הלב שלנו ואת הזמן שלנו אל הדברים שכן אלוהים קרא לנו לעשות. Для того, чтобы вновь и вновь обращать все свое внимание к тому, к чему Бог таки да призвал нас. עכשיו, נכון שזה היה, מה זה פשוט יותר? אם היינו יכולים לקבל כל יום אימייל מאלוהים. Я думаю, что это было бы так просто, если бы каждый день с утра вы просыпаетесь, и вас ждет имейл от Бога. ובאימייל הוא כותב לנו את כל הדברים שהוא רוצה שנעשה היום הזה. И в этом имейле Бог пишет вам все, что он хочет, чтобы вы сделали сегодня. וואו, אם מישהו יוכל להמציא דבר כזה, הוא ירוויח הרבה כסף. Если кто-то сможет изобрести что-то подобное, я думаю, он заработает просто огромные деньги. אבל אנחנו יודעים שזה לא יקרה. Но мы знаем, что это не то, что происходит. אבל כן יש לנו את היכול לשמוע מאלוהים. Но у нас, да, есть способность слышать от Бога. ולשמוע את המשימות שלו, את המטרות שלו עבור החיים שלנו. Слышать от Него то, к чему Он нас призывает, какие цели Он дает и ставит нам. והמקום היחיד שבו אנחנו נוכל לשמוע את הדברים האלו, единственное место, в котором мы сможем услышать все, что Бог нам дает и говорит, זה כאשר אנחנו באים אל הנוכחות שלו. Это когда мы приходим с вами, входим в Его присутствие. אני רוצה להתחיל עם פסוקים מהאיגרת אל העברים, פסוקים די ידועים. Я хочу начать с вами сегодня с того, чтобы прочитать стихи из послания евреям, стихи, которые достаточно известны. Игрет эл еврим перек далет, перек арба. Четвертая глава послания евреям. Ветра псуким 15 и 16. Прочитаем 15 и 16 стих. «Ки эн лану коэн гадол, шэйно йохол лахуш имману эт хульшотену, эла эхад шэйтнаса бакол камону мебли хэт». Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. У нас есть первосвященник. Имя этому первосвященнику Иешуа Мессия. Первосвященник, который проложил для нас путь во святое святых. Первосвященник, который проложил для нас путь к Богу. Я знаю, что сегодня это не день освящения, не Йом Кипур. Но мы знаем, что Йом Кипур אל המקום הקדוש ביותר. Но первосвященник, он мог в один единственный день в течение года войти в то место, которое называлось Святое Святых, и это было на день искупления. והמטרה של הכהן הגדול להיכנס ביום הכיפורים, ביום הזה, זה להשיג כפרה על כל חטאי העם. Причина и цель того, что он входил туда, это для того, чтобы получить искупление всего народа. ואחרי שהכהן היה נכנס ומשיג את הכפרה, после того, как первосвященник входил и получал искупление, זיה נותן עוד שנה של חסד בעם ישראל. Для всего народа приходил еще один, наступал еще один год Божьего благоволения. לדעת שהחטאים שלנו כופרו. Когда они знали, что их грехи были искуплены. אבל רוב השנה, חוץ מיום הכיפורים, כל השנה, но на протяжении всего года, по сути, кроме этого одного единственного дня, קודש הקודשים היה מכוסה במשהו שאנחנו קוראים לו מסווה או פרוכת. Святое святых было закрыто от людей тем, что мы с вами называем завесой. לא יכלת להיכנס פנימה. Никто не мог войти за него. אם היית נכנס פנימה, אתה לא היית יוצא. זה היה ממש כיוון בדרך אחד. И если ты заходил в неположенное время туда, за эту завесу, назад живым ты уже не мог выйти. אבל כן, הכהן הגדול היה יכול להיכנס. Но первосвященник мог войти единожды. וישוע נקרא הכהן הגדול. И Иешуа называет себя первосвященник. מפני שכאשר ישוע היה על הצלב ונתן את חייו עבורנו. Потому что когда Иешуа был на кресте, когда он отдал свою жизнь за нас. שפך את דמו עבורנו. Когда он излил, пролил свою кровь за нас. וכיפר על כל חטאינו. Когда он покрыл все наши грехи. מה שקרה בבית המקדש באותו רגע. В тот момент в храме что-то произошло. הפרוכת שסגרה, שחיסתה את קודש הקודשים.
Вот эта завеса, которая закрывала от людей святое святых, она разодралась сверху донизу. И путь, проход во святое святых был открыт для всех нас. Все это благодаря тому прощению, которое Иешуа получил для нас. И поэтому, именно по этой причине у нас есть уверенность להיכנס אל קודש הקודשים. Мы можем с дерзновением входить во святое святых. יש לנו את הביטחון. У нас есть дерзновение. לבוא לפני כס החסד והרחמים. Предстать пред престолом благодати и милости. ולמצוא שם את העזרה. Найти там помощь. למצוא שם את החסד. Найти там благодать. את ההכוונה ואת החוכמה שאנחנו צריכים. Найти там водительство, ту мудрость, в которой мы нуждаемся. יש לנו את כל מה שצריך. У нас есть все, в чем мы нуждаемся. עכשיו, אם אנחנו חוזרים אחורה לגן עדן, если мы с вами вернемся назад в Эдемский сад, אנחנו יודעים שהייתה סוג של הרמוניה בין אדם לחווה לאלוהים בתוך הגן. Мы знаем, что там, в Эдемском саду, была гармония между Адамом, Евой и Богом. אלוהים התעלה לך יחד עם אדם וחווה. Господь, он ходил там вместе с Адамом и Евой. היה קשר אינטימי וקרוב בין אדם וחווה לאלוהים. У Адама и Евы была близкая, тесная связь с Богом. אבל היה עוד אחד שהיה שם. Но в этом саду был также еще некто. וזה הנחש. Это этот змей. שדבר אדוני מתאר אותו כמלשין, כמטעה. Тот, кого Писание, Господь в Слове Своем описывает как искуситель, как лжец. И он все-таки умудрился, оказался способным сбить с пути Адама и Еву. Для того, чтобы они сделали то, что было им запрещено. И мы знаем, каков был результат, когда Господь изгнал их из сада. Господь изгнал их из сада, в котором они больше не могли находиться. И с того времени человек пытается вернуться в присутствие Божие. Вы знаете, вчера я что-то понял. שהמשימה של השטן, смысл и задача сатаны הייתה בסופו של דבר, в конечном итоге состояла в том, לגרש אותנו, להוציא אותנו, в том, чтобы изгнать нас, вывести нас מהנוכחות של אלוהים, из Божьего присутствия. והוא הצליח. И, к сожалению, он преуспел. הוא הצליח. Он преуспел. אבל תודה לאלוהים. Но слава Богу, שזה לא הייתה הסוף התוכנית, что это не был конец Божьего плана. Элоим כבר בהתחלה. Ибо Бог изначально ידע, знал, שיהיה דרך, что Он проложит путь בשבילנו, для нас, בני אדם, אחותים, для нас, грешных людей, לחזור אל נוכחות אלוהים, вернуться в Божье присутствие. ואנחנו רואים את זה, שהוא עשה את זה בישוע המשיח. И мы видим, что Он проложил этот путь для нас в Иешуа Мессии. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני מה זה שמח. Я не знаю, как вы, но я очень этому рад. בני אדם, מאז סיפור הבריאה, люди с самого начала, с момента сотворения, רחוקים מהנוכחות של אלוהים. Они оказались из-за грехопадения далеки от Бога. אם אתם זוכרים, בתוך הגן, כאשר הם פתאום הבינו שהם עירומים, вы помните, в саду, когда они вдруг поняли, а глаза их открылись, и они увидели, что они наги, הם שמעו את הקול של אלוהים. Они услышали голос Божий. והמילה הייתה, אייכה. И слово, которое было обращено к ним, человек, где ты? איפה אתה? Адам, где ты? Адам, איפה אתה? Адам, ты где? ואיפה הם היו? И где они были? מסתתרים. Они прятались. מסתתרים מפני אלוהים. Прятались от лица Божьего. ואז אלוהים אומר לו, למה אתה מסתתר? И потом Господь говорит, почему ты спрятался? הוא אומר לו, כי אני מפחד. И Адам сказал, ибо убоялся я. ואפילו במילה אחרת הוא בעצם מתבייש. И он также стеснялся. הוא מתבייש להיות לפני אלוהים. Он стеснялся предстать пред Богом. הוא מפחד להיות לפני אלוהים. Боялся прийти и предстать пред Богом. וזו מערכת יחסים שליפתה את בני האדם עד ימינו. И именно такого рода взаимоотношения характеризовали наши отношения с Богом с тех пор и до ныне. שיש פחד מאלוהים. Когда у людей есть страх перед Богом. ויש בושה מאלוהים. И есть стыд перед Богом. אבל אלוהים
לא רוצה שנישאר במקום הזה. Но Бог не хочет, чтобы мы оставались в этом месте. כי הוא פתח לנו את הדרך לבוא אליו. Ибо Он открыл для нас путь к себе. אדון רוצה שאנחנו נבוא אל הנוכחות שלו. Бог хочет, чтобы мы входили в Его присутствие. אנחנו מההתחלה נבראנו להיות בנוכחות של אלוהים. Мы изначально были созданы для того, чтобы быть מההתחלה. В Божьем присутствии. Сначала. אלוהים רצה שנהיה איתו. Бог хотел, чтобы мы были с Ним. אבל האויב הצליח. Но враг, к сожалению, преуспел в том, чтобы удалить нас от Божьего присутствия. Мы с вами живем во время, когда Бог действует в своем народе, когда Он приходит к своему народу. Но мы также видим одно из описаний того, что происходило, когда народ предстал пред Синайской горой, когда Бог открылся и явился на Синайской горе, когда народ увидел дым, молнии, трубный звук, и написано, что народ стоял издали, и они сказали Моисею следующие слова: שאלוהים לא ידבר איתנו. Они просили, пусть Бог не говорит с нами. אנחנו מפחדים. Потому что мы боимся. אנחנו מפחדים למות. Мы боимся умереть. הנוכחות של אלוהים נמצאת על ההר. Мы видим, что присутствие Божье на горе. העם נכנס לפאניקה. И народ, он запаниковал. הם אומרים למשה, אתה תדבר עם אלוהים. И они сказали Моисею, ты иди и говори с Богом. ואתה תבוא ותגיד לנו מה שאלוהים אמר. А потом вернись к нам и скажи, что Бог сказал тебе. ואחד הדברים שאפשר לראות בפסוקים האלו, כתוב ויעמוד העם מרחוק. И одна из вещей, которую мы читаем в стихах здесь при описании этого события, это то, что народ стоял вдалеке от Бога. עם היה רחוק. Народ был далек от Божьего присутствия. Они не могли быть там. Они боялись приблизиться к Божьему присутствию, дабы Бог не умертвил их. Но Моисей, он вошел в это присутствие. Да даст нам Господь быть подобными Моисею в том, чтобы не бояться Божьего присутствия, в том, чтобы не бояться войти в Него. И есть известные стихи, которые я хотел бы прочитать с вами из книги Исход. Шмот, перек 33, перек ламед гимел. 33 глава книги Исход. אלו פסוקים שבאים בעקבות עגל הזהב. Это стихи, которые дают нам описание происшедшего в истории с золотым тельцом. ובפסוק 15, в 15 стихе, משה אומר, ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. Моисей сказал Богу, если не пойдешь ты сам с нами, то не выводи нас отсюда. И на иврите написано, если не пойдет лицо твое с нами. Из-за того греха, который совершил народ Израиля. Бог говорит Моисею, я с вами не пойду, я пошлю ангела. הוא אומר בעצם, מלאכי ילך לפניך. С вами пойдет мой ангел, я не пойду. אני אתן איזה מלאך שילווה אתכם. Я пошлю ангела, который будет сопровождать вас. אבל אני לא יכול ללכת איתכם. Но я сам с вами не пойду. וכאן משה זועק לאלוהים. И тут Моисей в этом стихе, он говорит и взывает к Богу. אם אתה לא הולך איתנו. Если ты с нами не идешь. אני לא רוצה להמשיך. То я не хочу вообще идти даже дальше. האם זו הקריאה שלנו? Не является ли это и нашим призванием? Я не знаю, как вы. Но я знаю в отношении себя, что если Бог не со мной, אני לא רוצה להמשיך לאף מקום. То я вообще никуда не хочу идти. אני לא רוצה לעשות שום דבר. Я тогда, если Бога в этом нет, не хочу ничего делать. ואני יכול להגיד בוודאות שגדל דור בעולם שלנו. Я хочу вам с уверенностью сказать, что в окружающем нас мире растет целое поколение среди верующих в общинах здесь, которые научились жить без Божьего присутствия. Научились жить как верующие без Божьего присутствия. И
И это так болезненно. כי אם רוח אלוהים בך, אתה מרגיש מיד, אם יש נוכחות אלוהים, אם יש את המשיכה של האדון. Потому что если Божий Дух в тебе присутствует, ты сразу можешь знать и распознать, есть ли Бог в том, что ты делаешь, есть ли Бог с тобой. מי ייתן שגם בתוכנו תהיה קריאה זו. Да даст нам Господь следовать в этом призвании. Элоим, אתה לא הולך איתי. Чтобы мы могли тоже сказать, Бог, если ты со мной не идешь, אני לא רוצה להתקדם לאף מקום. Я тогда не хочу идти ни в какое место. אחד הדברים המעניינים כאן זה שמשה אומר, אם אין פניך. И то, что интересно, это то, что Моисей здесь говорит, если лица твоего со мной не будет. הוא רצה את הפנים של אלוהים. Моисей искал Божьего лица. עכשיו שתבינו, פנים של אלוהים זה משהו די רציני. И просто, чтобы было понятно, Божье лицо – это нечто очень серьезное. И позднее Бог говорит Моисею, ты не можешь видеть лица моего, потому что тот, кто увидит мое лицо, умрет. Но Бог говорит, я покажусь тебе, но когда я буду проходить возле тебя, אני אחסה את פניך. Я закрою твое лицо. אתה לא תראה. Ты не увидишь. ואני אעבור בצורה כזו. Я пройду вот таким образом. ואז אתה תוכל לראות רק את אחוריי. И тогда ты сможешь увидеть только спину мою. Только сзади меня. אתה לא תוכל לראות את הפנים שלי. Ты не сможешь увидеть мое лицо. אני אתן לך לראות. Я дам тебе посмотреть. אבל לא את הפנים. Но не на мое лицо. ושתבינו, משה, מה שהוא ביקש, זה היה דבר מאוד רציני. И поймите, то, чего просил Моисей у Бога, это было нечто очень серьезное. זה לא נוכחות אלוהים ככה באופן כללי. Это не было присутствие Божие, ну, скажем так, в общем. אתם מבינים, הפנים של אלוהים. Но само лицо Бога. זה המקום האינטימי והקרוב ביותר שיכול להיות. Это самое близкое, самое интимное, что можно пережить в общении с Богом. כשאתה מסתכל על פנים של מישהו, когда ты смотришь на чье-то лицо, אתה יכול ללמוד הרבה. Ты можешь выучить, понять по лицу очень много. במיוחד בהבעות פנים. В особенности по выражению лица человека. אם הוא שמח, если он рад, אם הוא עצוב, если он печален, אם הוא כואב, если, возможно, у него что-то болит, אם הוא כועס, если он злится, אפשר לראות את זה בפנים. Это все можно видеть на לице человека. ומשה רצה את הקשר הקרוב ביותר עם אלוהים. И Моисей, он хотел максимально близких взаимоотношений с Богом. אם מישהו היה אומר, יהיה לך מלאך שילווה אותך, если бы мне кто-то сказал, с тобой будет ангел, который сопровождать тебя будет везде, הייתי אומר, סבבה, וואלה, איזה כיף, מלאך לידי, איזה יופי. Я бы сказал, вау, это же клево, это классно, это ангел со мной будет. כמה מאיתנו היו מסתפקים במלאך? Сколько из нас удовлетворились бы ангелом? נכון, מלאך, מה? Целый ангел со мной, рядом всегда. אבל משה לא. Но этого не было достаточно Моисею. אני רוצה את האחד החשוב ביותר. Я хочу, чтобы со мной пошел тот, кто важнее всех. אני רוצה את האחד שיש לו את המילה האחרונה. Я хочу, чтобы со мной был тот, за кем всегда последнее слово. אני רוצה ישר ללכת לבעל הבית. Я хочу сразу идти к хозяину дома. ומשה היה בו את הרעב הזה, אלוהים, אני רוצה לראות את הפנים שלך. И Моисей, у него была эта жажда увидеть лицо Божье, чтобы оно сопровождало его. בשפה העברית יש בשורש המילה פנים, זה קשור למילה פנימה, אל תוך הדבר. И на иврите слово лицо или паним, оно связано с тем, что находится внутри человека, бифним, пнима. Элоим, אני רוצה לראות אל תוך הלב שלך. Другими словами, Моисей говорит, Бог, я хочу увидеть сердце твое. איך אתה מרגיש? Как ты себя чувствуешь? Что ты чувствуешь? אני רוצה לדעת אותך. Я хочу знать тебя. ואני אומר לכם, אחים ואחיות, שאם אנחנו נלמד לבוא אל הפנים של אלוהים, я хочу сказать вам, братья и сестры, если мы научимся приходить и встречаться с Богом лицом к лицу, אנחנו נדע בדיוק מה לעשות בכל רגע, בכל שלב בחיים שלנו. Мы тогда будем в точности знать, что нам делать, когда и в какой момент. לא יהיו מאמינים מבולבלים. Больше не будет тогда запутанных верующих. אנחנו נדע בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות. Мы будем точно знать, что нам делать. שאלוהים יראה לנו יותר ויותר את פניו. Господь хочет явить нам больше и больше свое лицо. אני תמיד חשבתי על המילה הזאת שאומר, אף אחד לא יכול לראות את הפנים שלי ויחיה. И я размышлял немало о том, что написано, никто не может видеть моего лица и остаться живым. אני חושב שגם עם ישוע זה אותו דבר. Я думаю, что с Иешуа это то же самое. אתה רוצה לראות את ישוע?
Ты хочешь видеть Иешуа? Ты хочешь испытать Его присутствие? Ты не можешь жить и испытать это. Потому что наше хождение в вере, я думаю, апостол Павел, он очень прекрасным образом описывает это. Он говорит, каждый день я умираю. Каждый день я умираю. Процесс, в котором мы встаем утром и избираем для себя умереть в нашей жизни для мира. Умереть для всевозможных искушений, для всего, что удаляет, отдаляет нас от Бога. Это наш ежедневный выбор. אין לנו הרבה זמן. נאס, מלא времени. אבל פיליפוס, שהיה אחד התלמידים של ישוע. Но мы знаем, что Филипп, который был одним из учеников Иешуа, אחרי שישוע אומר, אין איש בא אל האב, אלא דרכי, когда Иисус сказал ему, никто не приходит к Отцу, как только через меня, אז פיליפוס אומר לו, אראה לנו את האב, ודי לנו. Филипп, он в ответ говорит, яви, покажи нам Отца, и хватит с нас этого, достаточно нам этого. Покажи нам Бога Отца. Кицур дерех. Лама? Дай нам срезать путь. Лама цех метавех? Для чего нам нужен посредник? Помоги нам, дай нам прийти прямо к Богу Отцу. Иешуа в ответ говорит, ямим рабим кол ках ани имахем, что я был с вами столь долгое время, а ты до сих пор не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Видевший меня, видел Отца. Когда мы с Иешуа, у нас есть все, что нам нужно. Не думайте, что мы получаем что-то меньшее, чем если бы были с самим Отцом. בנוכחות של ישוע, в присутствии Иешуа, כל האושר, כמו ששמענו, все богатство, как мы говорили, כל מה שאנחנו צריכים, все, в чем мы нуждаемся, זמין בשבילנו, доступно для нас. להיות בנוכחות אלוהים, быть в присутствии Божьем, זה להיות במקום חשוף ופגיע, это быть в месте, в котором мы открыты и уязвимы, уязвимы перед Богом. Ты открыт там перед Богом. פתוח, ממש פתוח לפני אלוהים, הוא רואה את הכל. Ты там открыт для Бога полностью, во всем и совершенно. ואני תכף אסיים, פשוט אין לנו זמן. Я должен буду завершать, потому что у нас немного времени. אני רוצה לאתגר אתכם שבשנה החדשה הזו. Но я хочу сказать и ободрить вас в том, чтобы в этом году давайте уберем со своего пути всевозможные препятствия. Препятствия, которые мешают нам войти в Божье присутствие. Давид המלך אומר בתהילים 84. В книге Псалмов царь Давид говорит, כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי אסתופף בבית אלוהי מדור בועלי רשע. Он говорит, что лучше один день во дворах твои, чем тысяча вне. Иешуа אומר למרתה ומרים. Мария и Марфия, Иисус говорит, כאשר הם היו בבית, когда они были в доме, וכתוב שמרים ישבה לרגלי ישוע. Написано, что Мирьям, она сидела у ног Иешуа, а Марфа, она была занята слишком. Иешуа אומר ל... למרתה, רק דבר אחד צריך, ומרים בחרה בחלק הטוב אשר לא יילקח ממנה. Он говорит, что лишь одно только нужно, и Мария, она избрала добрую, благую долю. אחים ואחיות, братья и сестры, זה עניין של סדר עדיפויות. Мы с вами говорим о приоритете в своей жизни. במה אני בוחר? О порядке приоритетов того, что я выбираю. אני קם בבוקר, я утром встаю, ויש לי את היכולת לבחור בדברים שאני הולך לעשות היום הזה. И передо мной есть выбор, в моих руках лежит выбор, что я буду делать сегодня. גם דוד. דוד, царь אומר, דוד. טוב יום אחד. Он говорит, лучше один день בנוכחות שלך, в твоем присутствии, מאלף ימים בחוץ.
чем тысяча дней вне этого присутствия. Братья, сестры, до тех пор, пока мы не словим, не уловим это, пока мы не усвоим, что быть в присутствии Божьем, это самое лучшее, что мы можем сделать в течение дня, אם אנחנו לא נראה את זה כדבר הכי טוב, если мы не увидим это как самое лучшее, אנחנו מפספסים. Мы тогда упускаем все. אנחנו נעשה המון דברים אחרים. Мы, возможно, сделаем много другого. נהיה עסוקים. Будем занятыми. נשרת. Будем служить. נביא אוכל. Будем раздавать еду. נעזור לאנשים. Будем помогать людям. נכתוב שירים. Будем писать песни. נכתוב ספרים. Книги. נעשה כל הדברים הטובים. Все хорошее, אפילו נלך לרחובות ולספר על אנשים לישוע. Будем по улицам ходить и рассказывать людям о Иешуа. נעשה את כל הדברים הטובים. Сделаем все хорошее. ואלו דברים חשובים, וכן צריך לעשות אותם. И поймите правильно, это важно и нужно, чтобы это делалось. אבל מה החלק הטוב של היום? Но в чем состоит самая лучшая часть дня? מה החלק הכי טוב ביום שלך? В чем состоит самая лучшая часть дня? זה להיות בנוכחות של אלוהים. Это в том, чтобы быть в Божьем присутствии. ואם אנחנו לא נעשה את זה? Если мы не сделаем этого, אנחנו נעשה דברים טובים. Мы сделаем просто хорошие вещи. אבל אנחנו נפספס. Но мы упустим самое лучшее. Мы упустим то, что Бог хочет сделать для нас. Люди, которые были в Божьем присутствии, они слышали Его голос. Я хочу также לאתגר ולומר שגם אנחנו צריכים להסתכל על החיים שלנו שאנחנו לא מתעסקים בדברים שהם שווא, שאין להם ערך. Я хочу также ободрить вас и сказать, что мы не должны заниматься в своей жизни всяким ненужными вещами, тем, в чем нет истинного смысла и ценности. אסור לנו לתת לדברים היומיומיים הרגילים לקחת את הזמן שלנו עם אלוהים. Мы не можем позволить себе такую роскошь, как дать рутине забрать наше время с Богом. Есть אנשים שמבלים יותר זמן בפייסבוק מאשר עם דבר אדוני. Есть люди, которые больше времени проводят в Фейсбуке, чем со Словом Божьим. Есть אנשים שמבלים כל כך הרבה זמן בדברים אחרים יותר מהדברים החשובים ביותר. Есть столько много людей, к сожалению, которые так заняты всем остальным, что забывают про самое главное. ואני בטוח שאתם מישהו ש יודע את זה, מרגיש את זה עכשיו. И я знаю, что каждый может чувствовать это в своей жизни в той или иной степени. בואו נבחר בדבר הטוב ביותר. Я хочу призвать вас, давайте изберем самое לוצ'ה. בואו לא ניתן לדברים האחרים לקחת מאיתנו את החלק הכי טוב ביום שלנו. Давайте не позволим простым, обычным вещам, скажем так, пусть даже хорошим, не забрать из нашей жизни самое лучшее. И самое лучшее в том, чтобы быть в присутствии Божьем. Я хочу завершить стихом из послания Галатам, 2 глава, 20 стих. Я молю о том, чтобы этот стих стал для нас также стихом этого года. Има Машиах ницлавти, вело дани хай, эла а Машиах хай би. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, и уже не я живу, но живет во мне Мессия. Эфа маамином. Верующие. Ше эм ло хаим. בחיים הישנים שלהם. Верующие, которые не живут своей старой жизнью. איפה המאמינים שבאמת צלבו את החיים הישנים שלהם? Где те верующие, которые, как написано здесь, сораспялись Мессии, как в 19 стихе сказано? ושישוע יש לו שליטה מלאה בחיים שלהם. Когда у Иешуа есть полная, полноправная власть в их жизни. אני יודע שאני בתהליך בעצמי. Я знаю, что я сам нахожусь лишь в процессе, Есть до сих пор во мне то, что я должен распять. Но для себя я поставил в этом году целью. Это пребывать в Божьем присутствии больше и больше. Потому что я знаю, что это то место. הכי טוב שאני יכול להיות בו. Место самое лучшее из всех мест, в которых я могу быть. זה המקום שאני צריך להיות בו. Это то место, в котором я должен быть. הדרך פתוחה. Дверь открыта. И פתוחה. Дверь открыта. רק תבוא.
Просто войди. Давайте помолимся. Аллилуйя. Аба, אנחנו יודעים שזה חסדך. Отец, мы знаем, что это лишь Твоя благодать, שמביא אותנו אליך. Которая может привести нас к Тебе. אדון, אני מתפלל שאתה תסלח לנו. Господь, я прошу, молю, Господь, чтобы Ты простил нам. על כל הפעמים שבהם רצית להיות איתנו. За все те времена, когда Ты хотел быть с нами. ואנחנו היינו עסוקים בדברים אחרים. А мы были слишком заняты для Тебя другими вещами. תסלחנו על כל הפעמים. Прости нас, Господь, за все те разы, שניסינו לעשות דברים בכוחות שלנו ובחוכמה שלנו, когда мы пытались сделать что-то своими силами, ולא נתנו לך, и не дали Тебе, את האפשרות לפעול בחיינו ודרך חיינו, не дали Тебе возможность действовать в нашей жизни, אדון, אני מתפלל שאתה תעורר בתוכנו בשנה הזו, Господь, я прошу, чтобы Ты пробудил в нас в этом году רעב לדבר אדוני, жажду по Слову Божьему, רעב לבוא למקום של תפילה, жажду потому, чтобы приходить к רעב молитве к Тебе, רעב לחוות את פניך, אדוני, жажду того, чтобы видеть Твое лицо. אנא, אדוני, תעורר את זה בתוכנו. Господь, пробуди это в нас. אני מתפלל שתעזור לנו להביא סדר עדיפויות נכון בחיינו. Господь, я прошу, чтобы Ты помог нам привести все вещи в правильном порядке приоритетов, чтобы мы убрали со своего пути все препятствия, все то, что мешает לנו לבוא אל הנוכחות שלך, все то, что мешает нам прийти в Твое присутствие. אנסה אותנו, испытай нас, אנשים שאוהבים להיות בנוכחות אלוהים, сделай нас людьми, которые любят быть в Твоем אנשים присутствии, אנשים שרעבים לנוכחות אלוהים, людьми, которые жаждут Твоего присутствия. אנסה זאת בשם ישוע משיח. Молю, Господь, сделай это во имя Ишуа. Аминь. Аминь.